генеральный партнер проекта Huawei Mate 10 Pro. Первый в мире смартфон с искусственным интеллектом. Доброе утро, мы фэшн-блогеры. Я Таня Щербакова и Илья Трифоненков. На двоих у нас почти 100 тысяч подписчиков. Наверняка вы видели фотографии уличной моды, где люди в непосредственной форме демонстрируют свои образы. Это и есть стрит-фэшн. И сегодня мы расскажем вам, как сделать стильное фото на камеру смартфона. Первый совет. Выбираем подходящий фон для вашего образа. Помните, что фон является аксессуаром, поэтому неудачно подобранный фон может испортить даже самый стильный комплект. Цвет фона должен быть нейтральный или гармонично сочетаться с цветом вашей одежды. Если у вас простой образ, добавьте красок ярким фоном. Если сложный, где много разных фактур цветов, то фон должен быть нейтральным. Следующий совет касается времени съемки. Мы снимаем на улице, и поэтому стоит учитывать пору года и наличие яркого солнца. Зимой из-за облаков свет хороший, мягкий, поэтому вы можете снимать на протяжении всего светового дня. Весной и летом лучше выбрать время в районе 9 утра либо 6 вечера, чтобы не было яркого солнца. Следующий совет – за вами должно быть обязательно пространство и объем. Не становитесь впритык к стене и не снимайте прямо, иначе вы получите плоский кадр. Вы можете опереться о стену, но тогда фотограф должен снимать вас немножко сбоку, чтобы было пространство и объем на фото. Следующий совет – это позы. Стрит-стайл фотографии должны быть непосредственные, будто пойманы папарацци. Ведите себя, естественно, непринужденно. Выключите мозги и не думайте о том, как вы смотритесь на фото, куда вам деть руки или ноги. Просто кайфуйте, получайте удовольствие от самого процесса. Ваши мысли – это ваши эмоции, и они очень хорошо видны на фото. Смартфон Huawei Mate 10 Pro со светосильной оптикой Leica и алгоритмами искусственного интеллекта открывает широкие возможности для съемки в любом жанре. Вы можете снимать на автонастройках, например, выбрав один из вариантов пленки – яркую, обычную или блеклую. А можете перейти в режим Pro и полностью контролировать параметры экспозиции и возможность их фиксации. Стиль кроется в мелочах, поэтому наш следующий совет – сфотографируйте несколько крупных деталей и создайте карусель снимков. Так вы раскроете свой образ подробнее, а подписчики смогут рассмотреть самые интересные элементы. И, конечно, вдохновляйтесь фэшн-блогерами. С вами были Таня Щербакова и Илья Трифоненко специально для Инстаутра.